Сумма. Итак, мои дорогие, сегодня вы научились собирать мед. Вам понравилось? Да. Но не нужно собирать столько, сколько Майя. Горшочек станет тяжелым, и вы его не донесете. Да ладно, разве можно научиться всему в первый день? Кассандра должна это знать. Сначала нужно многому научиться. Всеку свое время, не так ли? И смотрите, когда будете тут летать, не приближайтесь к пауку и его паутине, он наш злейший враг. Куда опять подевалась Майя? Стоит только отвернуться, как ее уже нет. Ах, вон она. О чем она думает? Посмотрите, как он забавно качается, когда его трогают. Майя, лети сюда сейчас же. Ну что за ребенок? Майя? Она же летит прямо в паутину. Майя! Я же только что говорила, будьте осторожны возле паутины. Ну, ты, конечно, уже была далеко, Майя. Майя, остановись! Где ты? Я здесь! Майя, прекрати сейчас же! Ты что, не слышишь? Остановись! Что? Майя! Майя! Тут так нельзя себя вести. Ты знаешь, как это было опасно? Нет, постой, а что? Разве ты не видела паутину? Я не твой учитель. Спроси госпожу Кассандру. Что я должна спросить у Кассандры? Ты чего странный тип? Майя.